хорошая машина. И самое что-нибудь подходящее для наших российских условий. В Америке, бля, у них джипы. Под их условиями, во. В Европе все малолитражки. Под их условиями, во. Это же там дороги везде есть. Везде проехали. А где дорог нету, нехер туда и лезть. А у нас, бля. У нас нигде дорог нормальных нет. Только вот тут вот мы. Возле дома нормальные дороги. А стоит отъехать, блин, куда-то. Или не дай бог съехать куда-то. Все, стипси. Все. Так что нормальная машина. Из общественной, недорогие. Хотя ломается часто. Мне кажется, что в этом есть какая-то закономерность. Завод ГАЗ делает специально такие недорогие машинки, грузовики, бортовые, комби и прочие фургоны. Чтобы их можно было, ну, купить легко. То есть, иными словами, приобретаем входной билет в этот цирк. И тут же начинается представление акробатика. То тут подлезть, то там изъебнуться надо. То поменяй, это поменяй, тут что-то скрипит, там что-то дребезжит. Потом начинается, бля, клоунада. Ну, там с электриками, с дверями, понимаешь, особенно на фургонах и на коме дверь. Нихера не регулируется и норовит улететь мне нахер во время движения. Да и постоянно щели, блядь, дребезжит еще вот эта балка, блядь, на головой, блядь, для удара. Ёпта, и все 20 лет для одно и то же. Дальше идут, блядь, цирк с конями, то есть куда-то, бля, пропадают лошади, бля. Не тянет, бля, машина, епты. Меняешь масло, что-то еще, бля, там настраиваешь, ебаный в рот, течет еще, что-то, бля, начинается. Бля. Патрубки эти все резиновые, бля, из сажи, бля, в труху. Бля. Что патрубок, это, радиатора, бля, тосол весь, фу, бля, слился. Что, бля, бензиновые патрубки, бля, тоже, ну, говно все это. Масло, бензо, говностойки, бля, ни хера не держит. Потом, бля, еще. Ну, вообще, как бы, в целом, найдешь здесь конструкцию, бля, под огромным, бля, вопросом. К главному же, сука, блядь, ты чем думал, блядь, тварь ты, блядь, высоколоба, ёпты. Ну, 20 лет назад это было, блядь, и просто идея, блядь, решение, когда нихера не было. Появился, блядь, в 95-м году, уже, блядь, 25 лет. Такой автомобиль, как «Газель». Ну, блядь, за 25 лет, ну, блядь, вы же... Что, одну и ту же капусту хотите стричь? Продавать одно и то же, блядь? Да вы охуели, блядь. Ну, придумайте, блядь, каждые 2 года что-то новенькое, как американцы. Нет, нихуя. Да. И вот так вот ебутся люди, блядь, уже 25 лет с этими газелями.
которые, блядь, шкворни, блядь, постоянно разъебываются. Ставишь, блядь, новые, все равно, блядь, шприцуй, не шприцуй, блядь. Хуй там, блядь, все это какие-нибудь провода, блядь. Салон гниет, блядь, все гниет. Рама, блядь, трескается. Хуй там даже не нагружай, все равно, блядь, проблема, блядь. Мосты, блядь, разбалтываются, блядь, хвостовики, редукторы, блядь, течет все. Полуоси на ходу, блядь, вываливаются, ебты, на дорогу, с колесами. Все болтается, гремит, блядь, дует отовсюду, блядь. Ну, так, блядь, в целом нельзя сказать, что плохой автомобиль, блядь. Он больше живучий, блядь. Живущий просто, ну едет и все. Ну, починил, даже если сломался, блядь. Приехал, починился, блядь. Везде есть запчасти. Только надо уметь выбирать. Чтобы не подделка какая-нибудь или не третий сорт. Чтобы... А вот берешь, блядь, кардан. Говоришь, дайте кардан, вот деньги, вот. Вот деньги, блядь. Дай кардан, вынеси мне со склада. Тебе выносят. Ты, ну-ка, блядь, дай сюда. Начинаешь его в руках, блядь, смотреть, сука, а его балансировать надо еще, ёпты. И то еще, блядь, отъедь в контору, блядь, отбалансируй, заплати, блядь. А иначе крестовина нахер, хвостовик, блядь, нахер, сейчас. А это все же время и деньги, блядь, запчасти, блядь, копеечные. Ну, блядь, заниматься этим, ёпты. Самое, блядь, дорогое в жизни это время, блядь, деньги. Блядь. Но тянет, блядь. Нагрузишь и едешь, блядь, с ней. Едет машина, блядь. Ну, медленно, блядь. Еле-еле. Ну что такое там? 100 лошадиных сил, блядь. 150. Для 3 тонн, а? Что это такое, блядь? Хотя бы V8 туда поставим, и с завода чтобы ставили, и нормально будет, ну, блядь, ну, придумайте, ребята, блядь, уже 25 лет, четверть века, хватит кормить народ говно за наши деньги. Уже классика, блядь, в этой стране, к любому, в любой сфере это выражение, блядь, применимо, понимаешь? Ну, ладно, блядь, хорошо. Я все понимаю, бля. Все я, бля, понимаю. Но как делают, бля? Как? В каких условиях? Давно еще, бля. Как-то для сравнения. Открыл видео, как, бля, делают на заводе в Германии мерседесы, фургоны. Ну, или там грузовые. Ну там как светлый, чистый цеха, конвейер, резиночки, все, перчаточки, все чистенько, все, цвет, штрих-код каждой детали, все, галочка в компьютерной системе, что поставлена деталь. А поставлены так еще проверены, бля. И проверены еще помечены, блядь, чтобы в этом месте вот так закрутили, чтобы не откручивалось. Все четко, блядь. Контроль лакокрасочного покрытия. Контроль этого самого подвески. Контроль герметичности там душем, блядь, проливает и под давлением. Ёп. Ну как надо, блядь. Ну, Мерседес. Хотя, бля, просто коммерческая тарантайка. Срок жизни 5 лет, и потом списывают. Ну, подход, блядь, это же подход. Инженерно-конструкторский, бля, гуманный, человечный подход. И получается нормальный продукт. На весь мир гонят, по всему миру продают. Экспорт, бля, имеют деньги с этого. Германия, блядь, локомотив Европы. Все, базара нет. Для сравнения включаю, бля, видео. Как делают газели, бля. Открываю, бля, и уже, бля. А там мероприятие специально было, куда прессу пригласили, бля.
Ну, приехали телевизионщики с камерами, ну, снимают что. А никуда не денешься, блядь. Темные цеха, блядь, нихуя не подсвечены, блядь. Их специально там еще лампочки выкрутили, чтобы нельзя было, блядь, увидеть, какой там бардак и беспредел, блядь. Грязное все. Корявое все. И, значит, специально, блядь, сказали, так. Эти две сборщицы стоят, синие какие-то мерзкого цвета, как у трудовика, блядь, в халатах этих рабочих, блядь, в косынках, блядь, и трясущимися, блядь, от страха, перед начальством руками, блядь, начинают готовиться к приему газели, которую ее там сейчас она прет, там что-то поставить надо. Из темноты откуда-то, блядь, откуда-то сверху, по этому подвесной хуете, качаясь вот так вот, блядь, сейчас сблюет, едет рама газели, блядь, какая, блядь, сейчас оторвется, нахуй кого-нибудь задавит. Подъезжает, блядь, в этот момент бабы трясущимися, блядь, от того же волнения руками. А начальство смотрит, блядь, ну-ка. Они там что-то такое прикрутили быстренько, блядь, косясь на камеру, ёпта, чтобы, не дай бог, блядь, все правильно сделали. Половину-то, блядь, не докрутили, завинтили, а потом это автоматически, по-моему, а не, блядь, там другая баба что-то потянула крюк, и эта рама, блядь, блядь, со скрипом перевернулась, блядь. А нет, с другой стороны, там другая баба, блядь, что-то накрутила, блядь, поставила какие-то детали. И это все в темноте, блядь, под потолком со скрипом проплывает над камерой, блядь. И удаляется куда-то в следующий, блядь, зал, где там неизвестно, что с ними сделают, блядь. Сразу в утиль, блядь, вот это вот уебище. Вот так делали газели. Ну, видео старое, блядь, но смысл, блядь, как всегда, тот же самый. Вот тебе, бля, и...